Теперь мы выбрали Олечку, нашу отечественную, нашу русскую девушку Олечку. Теперь я вам что покажу. Шлем, да, хотел шлем еще показать. Вот если долго садишься, так чуть смотри. Видите, какой шлемчик она надела. Если долго не шевелишься, она шлем надевает. Смотрите. Он сбрасывает его, как ты помнишь. Но есть еще специальная шлема, но по правилам. Все не нужен для себя. Я другой вот такую кепочку надела. Не знаю, как она ее защитит, но у каждого свой шлем, что самое интересное. Сейчас музыка опять это. Эй, урод, ты опять меня убил. О, я выжил, повезло, что в воду. Видео мне